Привет всем! Я сегодня к вам с очередной очень хорошей маской для лица. Я просто в восторге, как она ухаживает за кожей. После нее кожа выглядит подтянутой, упругой, морщинки разглаживаются, становятся почти незаметными, и сама кожа становится как-то как бы плотнее немножко. А также у этой маски есть легкий лифтинг-эффект. Если сидеть с ней довольно длительное время, дожидаясь ее подсыхания, она великолепно подтягивает кожу. Но, естественно, не надо во время этой процедуры смеяться, гримасничать, нужно сидеть или лежать ровненько, лучше лежать, конечно, ровненько, неподвижно, и маска таким образом проявляет свой лифтинг-эффект еще лучше. Итак, я беру одно перепелиное яйцо, добавляю сюда половину чайной ложки кукурузного крахмала, перемешиваю, добавляю несколько капель сока лимона, чайную ложку миндального масла и половину чайной ложки меда. Если у кого-то аллергия на мед, просто не добавляйте. И перемешиваю это все до однородности. Ну вот и все, маска готова. Я наношу эту маску на хорошо очищенное лицо. Ее также можно наносить на зону декольте, на шею. И, возможно, если что-то еще останется, то на руки обязательно тоже наношу. Потому что ручки наши тоже нуждаются в уходе. Про них не надо забывать. Маска прекрасная, омолаживает кожу, прекрасно ухаживает за ней, увлажняет, разглаживает морщинки, освежает цвет лица. Кожа становится упругой, подтянутой, сияющей. В общем, эта маска мне очень нравится, я ее просто обожаю. Держу минут 20-30, потом, как обычно, смываю тепленькой водичкой. Она прекрасно наносится на кожу, очень хорошо впитывается, подтягивает кожу, и это будет просто заметно. Вы когда будете сидеть с ней, вы будете замечать, как кожа подтягивается во время подсыхания этой маски. И таким образом у этой маски проявляется легкий лифтинг-эффект. Маску смываем, как обычно, тепленькой водичкой, и затем наносим свой любимый крем или какую-то сыворотку вашу любимую. Но я обычно после этой маски ничего не наношу, потому что кожа настолько напитанная, увлажненная и так хорошо выглядит, что она больше практически ни в чем и не нуждается. До свидания всем и встретимся в новых видео. Пока!